Странный объект мчится к Земле. По оценкам, его траектория ненадолго превратится в мини-Луну. Астероид 2020 SOHO может быть захвачен Землей с октября 2020 года по май 2021 года. Земля и раньше захватывала мини-Луны, поэтому это новое 2020 SOHO не будет первым из крошечных спутников нашей Луны. Но в этом есть что-то странное. Астрономы считают, что объект на самом деле может быть частью искусственного космического мусора. Некоторые ученые считают, что это может быть то, что осталось от миссии, запущенной на Луну более 50 лет назад. Космический корабль NASA SIORVE-2 был запущен 20 сентября 1966 года. Здравствуйте! Уделите, пожалуйста, внимание. Наш канал научно-просветительский. Помимо основных видео, здесь есть лекции, подкасты, интервью с научными сотрудниками высших образовательных учреждений. Также мы для удобства разместили плейлисты по общим тематикам. Если вы хотите получать от нас уведомления, просто подпишитесь на канал. Также у нас есть группа ВКонтакте, в которой мы своевременно публикуем материалы и научные достижения.